Москва. Я поеду, в общем-то, немало. Я люблю, я люблю. Я люблю.
Просто раз-два, и все. Ты что под правду убираешься? Да, нет, все, нормально. Пробил здание, попал, не попал. Здесь холодная вода. Там эти моменты, да, эти моменты есть хорошие, видите? Нажимай, нажимай. Да, да. Один, и пол опять охраняет. Пацаны, при обороне внимательно, они из центральной зоны жертвы. А я так далее. Вот Винни в конце начал, то я пускал. Я так они мне. Хорош, Юнечка, браво, машина хорошая. Давай. Идем, подай что-то. На 11 идем. Они все стоят, они не успеют на запад пойти. Подай вот туда. Ты что, бейте по ногам его с рук. Я чувствую. Я в центре, 8 номер. Это ты должен, с ним играть, не я туда буду играть. Да. Первое, что? Мяч. Так, отбираем. И начинается спешка. Коль, ты вообще не видишь адрес. А он есть. Ты голову подними, расслабься чуть-чуть. И вдруг второй тайм по-другому сделай. Сил, стой. Все приемы заточены назад. Еще раз, адрес всегда есть вернуть. Один вариант всегда вернуть игроку есть. 2-3 варианта, это уже профессор. До приема начать подумать. Подсказывайте друг другу. Передача между линиями. Дэн один вообще здесь. Прием с уходом и пошла игра. Или вы паузу берете, я хочу понять, чтобы отдохнуть. Но есть когда моменты, когда мы разыгрываем мяч у нас, а так мы получается пальму поставим. Если устали, вопрос. Ну вот такие шансы надо использовать. Петр Володкин. Все-таки он будет бить с левой. Володкин! Какой голище! 1-0! Петр Володкин! Салют, капитан салюта Денис Дегтев. Денис, краткий комментарий по сегодняшнему матчу. Ну, я думаю, что для нас, наверное, это было обидное поражение. Это мое субъективное мнение, что мы не наиграли на поражение. И там со штрафного как раз мяч попал мне рикошетом в плечо и залетел. Ну, очень обидное поражение. Ну, это мое мнение, там как кто считает. Ну, я думаю, что хотя у нас были моменты забить, игра была до гола, игра была тяжелая, на самом деле команда Форте тоже хорошая команда. Игра была до гола, кто первый забьет гол,
Я думаю, что игра сложилась в таком темпе. Денис, сказали, если погодные условия, все-таки было довольно жарко, несмотря даже на 6 часов вечера. Ну, знаете как, у нас в Белгороде тоже как бы в это время года тоже жара, ну, не сказать, что у нас там намного прохладнее. Но я думаю, что всем было тяжело, также и Форд, хотя она домашняя команда, я думаю, что жара, может, первый тайм сказывалась, но второй уже в конце было попроще. Всем болельщикам передаю привет и желаю вам удачи в сезоне. Побольше побед, поменьше поражений. Люблю Белгород. Без ума просто от этого города. Дали дорогу мне в профессиональный футбол. Почти. В отпуск будем в Белгород приезжать? Надо будет заехать, да. Проедуть. Максим, ко мне заедешь. Ладно, ну такая игра получилась. Тяжеленькая была. Чуть не под... Как сказать? Как правильно сказать-то? Не повезло. Отвозили вас? Качели, отскочили в конце, да. Ладно, всем еще раз привет передаю. Не, Гриш, что? Что Артем? Не, ничего, нормально. Что пошло не так? Гриш, пожалуйста. Все не так.